Так, активируем AMG меню на 212 Dorestyle. Показываю, что здесь нет AMG меню. Вот. Сейчас будем активировать через программу MB Tools и также через Open Port. Так, подключаемся к автомобилю. Нажимаем Set Codings, здесь ставим AMG меню, включить, здесь у нас ставим не Airmatic, у нас просто ставим статус бар, и здесь можем ставить температуру воды, можем ставить температуру АКПП, температура воды, и нажимаем сохранить. Все за секунду. Сброс. И у нас уже должен появиться AMG меню. Вот и наш AMG меню. Значит, у нас температура воды и температура масла двигателя. Но по Фаренгейту. Идет сброс. Там часы и так далее. Всем спасибо и удачи на дорогах.